хер с ними. Но они есть. Да. Главное, не холостые мы. Что, подальше можно, нет? Пусть, пусть. Да пусть, да, есть вроде. Может, и якорь надо было, не знаю. Что-то с якорем, я думаю, получше было бы, конечно. Цепись давай. Карась один отлетел. Да он сейчас все равно его кидать, он всплыл. Они его сожрали. За пятку меня втащил. Не, это плавать нормально. Он прям вот наверху почти. Пустой. Поближе. Один. Дубль два. Два. На камеру два. Голяк. Рыба. Два карася. Два таймени. Пора. На шкуру опять. На что, на шкуру? Да. Пускай стоит. Да пускай клюет. Она глубоко немножко. Там свал поближе к берегу. Пять штук. А так во всех был, да? Вот сейчас сыграет, смотри. Наверное. Во. Бодрячком. Рачки, драчки, поехали. Ты смотри, они как креветки завернулись. Вот тут. Да меня вот уже четвертый раз цапнул. Тащит, не тащит. Меня вообще тащит. Пускай стоит. Ну и вон-то они сработаны. Да два это о чем? Разговора вообще нет. Об этом. Блин, вот это надо замотать, маленько. Четыре. Иван. Рак съели половину уже на. Вообще-то, если что, тут было два.
Вообще-то был два. Уже там половина жоп съедена вся. Я 4 уже проверил, что ли? Эх, вот это я даю. Я, что ли? Ну, есть разница, первый раз и не первый раз. Иди сюда. Два. Одного вообще доели уже почти что. Вдвоем. Ну, я не могу вообще, какие селитерные. Селитер. Им жрать охота постоянно, они и жрут. Иван отлепился. Да. Ныряй! Там, наверное, просто их много. Безумно. А какая кость? Вот это. Посередке, смотри, между этой и той. Я не знаю. Это пустая. Вот я еще вот сюда кину. Прикинь. Потянул и все, и отлепился. Ну, а? Глубина чуть с головкой. Да это я нырну, сейчас я вытащу. Вот раки волнят, видишь, это пузыри. Не, ну заплыви, очки одень и все. Вот тут один. В этом конце вообще что-то не айса, вон. Тащи! Это которая оторвалась. Да-да-да. Блять, ты прям увидел, заебись, блин. Да не молчи, ой, не болтай ничего лишнего. Нет, ты не понял. 7 голов. Четко. А почему она оторвалась? Оторвалась, слышишь. Так, короче, сделали 2 заезда. Ну, в смысле, 2 заплыва. Вот итог. Карась работает. Шкурка плохо работает. На них вообще 4 штуки только поймали. Вот. Но здесь килограмма 3. Может, чуть побольше. Может, чуть поменьше. Вот самый, кстати, самый злой и самый большой. Так, ну сидим, ждем. В общем, сидим, ждем. Сейчас еще там, короче, заплыв несколько у нас будет. Часов до 8, да, Руслан? Посмотрим. Посмотрим. Часов до 8, до 7 посмотрим. Здесь мошкара потом нападает после... Как сказать? После вечером, короче. Мошкары очень много. Вот. В общем, все еще впереди. Смотрим дальше. И пока не расслабляемся. Мало ли, что там будет. Да. Так, короче, мы вытащили все. Вот он снимает карасей. Пойдем посмотрим итог. Время у нас сейчас в районе 9. Уже. Сейчас посмотрим с обеда мы сколько поймали. Ну, часов в 11, может, 12 мы приехали. Точно не помню уже. В общем, вот садок, ведра на 3. Сейчас вытащу. Thank you.
Вот итог. Ну, короче, поймали ведра полтора. Сейчас, в общем, лодку соберем и поедем домой. Всем пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока.